Председатель избирательной комиссии республики встретился с профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений региона. Главной темой встречи стали предстоящие выборы президента России. Дмитрий Митюшев рассказал об особенностях проведения процедуры голосования, а также остановился на способах, с помощью которых граждане России смогут сделать свой выбор. Сейчас особенно важно известить население региона о том, что проголосовать можно будет не только по месту жительства, но и из дома, а также по месту фактического нахождения. Для Республики Коми механизм голосования по месту нахождения имеет очень важное значение. Почему? Потому что по примерным расчетам до 20% наших избирателей, то есть тех граждан, которые сохраняют регистрацию по месту жительства на территории Республики Коми, уже давно выехали за пределы Республики Коми и проживают в других регионах. Соответственно, 15, 16 или 17 марта они не придут в помещение для голосования наших избирательных участков. Наша задача донести до них информацию о том, что у них есть такое право. Подать там, где они фактически сейчас находятся, где они давно проживают, заявление о голосовании по месту нахождения. Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта этого года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 4 кандидатов. Владислава Дованкова от партии «Новые люди», самовыдвиженца Владимира Путина, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ.